А можно огласить какой-нибудь, если не весь список, то шорт-лист людей, которыми Дробыш восхищается? Самый выдающийся композитор, я считаю, это Маккартни. Угу. Группа Queen – это моя самая любимая группа. Как исполнители или как сочинители? Все. Как сочинители и исполнители. Угу. А из российских людей... Но они же вместе никогда не сочиняли. Там Роджер Тейлор писал отдельно, Мэй отдельно, Фредди Меркьюри. А на самом деле, я вам скажу, мы даже толком и не знаем, как дело было. Я думаю, самые лучшие песни написал Фредди Меркьюри. Я тоже. Но мне кажется, они нам правду не раскроют. Знаете, как Битлз? Они решили в свое время писать Леннон все. Леннон Маккартни. Да. Ну, да. И где, хотя по музыке ты можешь понять, где-то. Вот, я люблю Маккартни, я не люблю Леннона. Я не то, что не люблю, я не его фанат. Но вот я очень люблю Маккартни как мелодиста. И где-то я понимаю, это песня маккартниевская, это так. Но это скорее мы догадываемся уже все. А из российских, я считаю, великий человек Юрий Антонов вообще для меня... Как я вообще не понимаю, чего же он все-таки поел в те годы, в 70-е. Ведь какие люди его окружали. Ведь тексты не он писал в основном. Игорь Кохановский. Такие люди, которые, в принципе, никогда больше ни с кем другим не отличались. Вот. Кохановский с Матецким работал очень много. Знаю, но я имею в виду вот, ну, великие песни. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.